Исторический экскурс по страницам трагического лета 1941 года – название одного из мероприятий, организовано сотрудниками музея. Его участниками стали дети войны и члены клубов «Современник» и «Серебряный возраст». Собравшиеся делились воспоминаниями о пережитом военном детстве, смотрели кадры военной кинохроники и фотографии фронтовых лет, читали стихи. Важной эмоциональной составляющей стало исполнение песен о войне. Участницы мероприятия со слезами на глазах пели знакомые мелодии. Завершилось мероприятие минутой молчания в память о всех павших на той далекой войне. Подводя итоги встречи, Любовь Брилева сказала о значимости подобных мероприятий в сохранении и популяризации отечественной истории. В этом военном зале боевой славы мы собрались для того, чтобы еще раз вспомнить о том, как началась война, какое горе она принесла, смерть, разруху, беду. И наше поколение, которое здесь собралось, и старшее поколение, дети войны, они продолжат все то, что было завоевано нашими отцами, продолжат военно-патриотическую работу и продолжат работу с молодежью для того, чтобы они стали настоящими гражданами Родины, настоящими патриотами, и чтобы они знали всю правду о войне.